«Титаник» так долго шел в кино, что некоторые наши копии просто разваливались. Они в буквальном смысле по кусочкам выпадали из проектора. Мы старались сделать так, чтобы в кинотеатрах было изображение высокого качества. Так возникла мысль, что если бы это были цифровые технологии, у нас была бы идеальная картинка без царапин и разрывов. Преимущество цифровой проекции в том, что после сканирования пленки ее больше не нужно копировать. Фактически это клоны. Мне очень импонирует цифровая проекция. За последние два года мы установили в кинотеатрах 10 тысяч цифровых проекторов. Весь мир постепенно переходит на цифру. Мы прошли где-то половину пути. Окончательно переход завершится очень быстро. Хотите показать видео на киноэкране? Мы подготовим ваш ролик в течение рабочего дня. Пишите или найдите нас в социальных сетях.